Суп набор я сварил. 90 рублей килограмм стоит. Я прикупил на 273 рубля. Вот одна достал. Ребрышко. Я подольше поварю, чтобы мягко было. Думаю, что собачки радуются. А вкус на самом деле. Может, бы хрящ, но зубы не те уже. Пожевать так. Горчички. Малость. Так, сейчас намазюкаю. Немножко неправильно, но... Какая разница? Там что вкусно было, аппетитно. Пирожок за 28 рублей. Вместо хлеба. Приятного всем аппетита. Хорошего настроения. Добрый вечер. Позитивчик всего. А я буду косточки кромсать. Суп набора. Мясо-то есть. Дешево сердито. Это колбаса, колбаса. Е-е-е, вкусовые качества. Вот он сколько мяса по дешевке. Как с косточкой. С картошкой. Там за бабульками не успеешь. Они быстрее самое вкусненькое выбирают. У меня тоже неплохие. Достались косточки. Суп наборовские. Обычно не любят лук вареный. Я это достал лучок, посмотрел так на него, жадно на него так и съел. Стадимо немножко. И бульон светленький получился, как слезинка. Когда закипел это, шумовки собрал все, пенку ненужную. И все. Все путем.
богатые этого не поймут. А мы все едим, что Бог послал. Вкусняшка, да и только. Можем, конечно, с огурчиком еще. Но я так много солено ем. По времени немножко. Сейчас бы собачью беда, все равно бы сходили. Просто, вкусно, я счастлив. Еще раз позитив всем, хороший вечер. Может, уже и ночь кому-то. Хорошее сновидение. Позитива, позитива и позитива. Зло не слушать, слушать только позитив.